Еще об одном необычном происшествии. Правда, на этот раз о дорожном. После аварии автомобиль «Рено», за рулем которого находилась женщина, взлетел на ступени пустующего кирпичного здания. ДТП произошло сегодня во второй половине дня на перекрестке улиц Советская и Свердлова. Вторая машина, получившая механические повреждения, Hyundai. К счастью, никто из участников аварии не пострадал. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.